Каждые выходные Северный парк нашего города превращается в одну большую концертную площадку. Здесь проводятся молодежные фестивали, концерты, творческие мероприятия. В минувшую пятницу Северный парк встречал любителей рока. О громком и ярком празднике тяжелой музыки смотрите в следующем материале выпуска. Вот так громко и динамично встречал жителей Славянска на Кубани Северный парк. На молодежной площадке прошел фестиваль «Поющие гитары». В этот раз он был посвящен такому направлению музыки, как рок. На сцене звучали не только каверы на легендарные рок-хиты, но и оригинальные авторские произведения талантливых коллективов. Зрители были в восторге. Они подпевали артистам и танцевали. Изюминкой вечера стало выступление коллектива из Москвы с элементами лазерного шоу, которое создало необыкновенную атмосферу драйва и творчества. Вот так ярко, громко и музыкально проводят свои выходные славянцы. Если вы не побывали на фестивале рока, не расстраивайтесь. Уже в эту пятницу, 27 июля, в Северном парке состоится новый концерт. Для жителей выступит вокальная группа «Шанс». Приходите, будет не менее ярко и динамично.